Всем привет-привет! Сегодня покажу свои покупки из магазина Fix Price. И первая покупка — это вот такая замечательная банка объемом 2 литра для хранения каких-то сыпучих продуктов на кухне, либо можно сюда разную мелочевку складывать. Мне безумно понравился дизайн, мне кажется, на кухне будет смотреться стильно, современно. Стоила такая банка 99 рублей, и у нее вот такая крышка типа под дерево. Ну, это, конечно, просто пленка, но мне безумно понравилось именно вот оформление. Также для кухни я купила корзину для фруктов. Она достаточно большая. Цена у нее 199 рублей. Я думаю, вам здесь видно. 30 сантиметров. Будет здорово хранить фрукты. И смотрится она тоже так лаконично. Мне понравилось, поэтому обратите внимание. Следующее, что я взяла в магазине Fix Price, это вот такие капсулы для стирки от Tide с ароматом Ленора. Я их очень люблю, эти капсулы. Они круто отстирывают белье на самом деле, придают ему классный аромат, и белье очень и очень мягкое. Поэтому тоже обратите внимание, в Fix Price теперь вот такие капсулы представлены, чему я очень рада. Для стирки я еще взяла на пробу ополаскиватель, кондиционер для белья. Он вот такой вот огромный. Это ополаскиватель Е, и цена на него Fix Price 99 рублей. Мне кажется, это очень выгодно. Сам ополаскиватель мне понравился. Он дарит вещам такой приятный аромат. Тоже смягчает белье и работает просто превосходно. Ничуть не хуже, чем тот же самый ополаскиватель от Ленор или от Вернель. А цена на ополаскиватель Е, она намного ниже. Могу посоветовать. Что еще приобрела? Взяла я средства для окон и зеркал. У меня очень быстро подобные продукты заканчиваются. Это у нас клин без разводов, блеск и защита. И также какая-то водоотталкивающая формула. Я уже воспользовалась один раз. Могу сказать, что очищает неплохо, разводы действительно не оставляет. А в целом такое стандартное средство. Мне оно понравилось, может быть, буду покупать еще. То, что я покупаю уже не впервые, а так частенько беру, это вот такое средство Чистин. Оно подходит и для мытья ванной комнаты, для мытья плитки, раковины, уничтожает микробы, устраняет неприятные запахи и действительно отлично очищает. Очень такое ядерное средство, я бы сказала, очень химозное. Пользоваться им надо с осторожностью, обязательно в перчатках и желательно в проветриваемом помещении, потому что, ну, пахнет эта штука прям очень-очень сильно, она даже вызывает слезы из глаз, но действительно справляется со всеми видами загрязнений, удаляет налет, вот классно-классно работает, и здесь еще хороший объем. Тут 750 миллилитров и цена всего 55 рублей. Поэтому люблю за такую доступную стоимость и за хороший эффект. Еще в Fix Price я сейчас часто беру вот такое вот средство от Bref. Это для унитазов, океанский бриз. Тоже хорошо действительно очищает и неприятный запах убирает. И, ну, работает, придраться не к чему. Поэтому обратите внимание, в Fix Price такие вещи стоят очень доступно и очень даже приемлемо. Зубную пасту от Blendamed 3D White, я ее уже покупала, меня она полностью устраивает. Меня устраивает то, как она очищает зубную эмаль, как она освежает дыхание. И, ну, классная зубная паста для всей семьи, вот, подойдет просто отлично. Также я купила мыло Fix Price. Во-первых, мне приглянулось вот такое мыло от Palmolive, интенсивное увлажнение. Оно очень вкусно пахнет даже через упаковку, и это у нас с экстрактом оливы и увлажняющим молочком. До этого покупала от Palmolive с другим ароматом. А мыло хорошее, оно не так быстро раскисает, оно классно очищает руки. И да, действительно, это мыло не сушит. А на пробу вот первый раз я взяла вот такое мыло Абсолют, оно причем для мужчин. И заявлено, что защищает от бактерий, очищает и освежает. Лемонграсс и мята тоже очень приятно пахнет.
Я вот через упаковку чувствую. Пахнет так свежо. Я вот из-за аромата и взяла. Крутая тут отдушка. Я, кстати, еще такую не встречала. Как всегда, я купила влажные салфетки антибактериальные от КТ. Всегда ношу их в сумочке, и они хорошо очищают руки. Они классно, вот эти салфетки пропитаны. Они не маленькие. В упаковке 20 штук, но это моя прям находка. Я покупаю довольно-таки часто. Дальше покажу вам несколько покупок из категории таких продуктовых. Тоже вам часто показываю вот такой жареный арахис без добавления соли, большая упаковка. Я очень люблю иногда так погрызть, иногда добавляю в какие-то салатики, и прям очень вкусный действительно арахис. Кому интересно, покажу вам состав и также то, что нам здесь заявляет производитель. Тоже покупаю и для салата, и так просто погрызть сухарики. Сейчас в фикс прайс есть вот такие кириешки. Это сухарики ржаные со вкусом холодца и хрена. И также вот такие сухарики, они со вкусом холодца и горчицы. И те очень вкусные, да, они вредные, я не буду спорить, у них ужасный там состав. Но иногда хочется чего-то такого именно вредного, соленого. И в салат я тоже добавляю, я вам даже как-то оставляла рецепт салата, очень простого, но вкусного. Вот, купила. И последнее, что я взяла в фикс прайс, это алюминиевые формы. Ну, тоже вам их как-то показывала, мне нравится то, что в них можно запекать абсолютно что угодно, и потом не нужно мыть, просто выбросил, избавился, и вообще никаких проблем. Очень они классные, я уже покупаю не первый раз, действительно работают в своем направлении, и я думаю, что буду покупать и дальше. Вот такие у меня были покупки, покупок было немного, но все они полезные для меня, все они для меня нужные. Я буду ждать ваши комментарии, пишите, что вы покупаете в магазине Fix Price, давайте делиться, и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Я благодарю вас за внимание, всем пока-пока!